Сейчас песня будет. Мне очень она дорога. Написал ее великолепный композитор из Питера Виктор Резников. Если вы помните песни «Мой дворик», «Бумажный змей» и многие-многие песни, которые мы любили. Он был такой талантливый, такой молодой. Жалко, что он так ушел из жизни рано. Но песни его живут. Группа «Би-2». «Би-2», «Бумажный змей». Но не забудь, что
Спасибо. Би-2!